Привет, с вами Игорь, и сегодня у меня такая радостная новость. Пришли мне первые 100 долларов с Ютуба, заработок от монетизации. Это то, что YouTube вставляет в мои видео рекламу, их вы смотрите, видосики мои, и там мне какая-то копеечка падает. Да, 0,00 там за один просмотр. О, но хочу сразу всех поблагодарить, моих зрителей, что вы смотрите мои видео. Это в частности благодаря тоже вам. Если кто имеет какой-то такой порыв благодарности за мой контент, за мой труд, что я выкладываю видео, трачу на это время, то, пожалуйста, смотрите мои видео. Побольше смотрите, вот, до конца смотрите видео, вот, с рекламой вместе. И это будет для меня такой прекрасная благодарность с вашей стороны за мой труд. Ну что, вижу, что многие люди вот так вот благодарны мне, и мне этого достаточно. Я никакие платные консультации не хочу делать, донаты мне ваши не надо, деньги. Вот, мне вполне достаточно, если вы будете просто смотреть мои видео, вот, и мне там что-то YouTube будет какие-то копеечки начислять. Ну что, я понимаю тоже, что сейчас ни у кого этих лишних денег нет, вот, и тяжело сейчас людям вообще жить, а у YouTube деньги есть, возьмем деньги из YouTube, вот. Да, итак, про монетизацию, потому что, ну, я думаю, это видео будут смотреть начинающие блогеры, которые хотят создать свой канал, а не постоянные мои зрители. Монетизацию я включил в мае месяце, и это получается аж с мая месяца до сегодняшнего дня, это на конец октября, это у меня наросло вот эти вот 100 долларов. Это за полгода аж получается, да, за полгода. Если взять вот аналитику посмотреть там, то получается где-то сразу, когда я включил монетизацию, было по 10, 12, 13 до 15 долларов. Это май и все лето. Вот так вот оно держалось. Ну, мизер такой, короче, мизер. О, а вот с сентября уже пошло больше. В сентябре я заработал 20 долларов на канале. В октябре уже почти 30, там без что-то, без чуть-чуть центов. Вот. А в ноябре я уже вижу, что будет больше 30, ну еще не точно не скажу, но где-то 35 долларов за ноябрь будет. Вот, если так вот уже будет по 35, да, долларов, то эти 100 долларов нарастут уже не за полгода, а за 3 месяца только, даже больше, чем 100 долларов. Вот. Ну, короче, пришло мне даже не 100, а 106 долларов. Там порог оплаты идет, минимум 100 долларов. Вот. Каждый, если у вас за месяц наросло 100 долларов, то каждый месяц будете получать и больше. Если 100 долларов и больше. Если меньше, то они просто перекидываются на следующий месяц, потом плюсуются. И когда уже перевысит ваш доход там, на AdSense там показывается, и на YouTube тоже, в аналитике, больше 100 долларов, тогда они уже перечислят. Ну, я сделал себе на карточку, банковский перевод, так называемый. Вот, чеком, я там почитал, что чеком лучше не делать, это ее обналичить в Украине тяжело. Самое удобно банковским переводом. Сняли с меня там за SWIFT перевод этот международный, по-моему, 50 центов, что-то такое. Короче, 106.60 у меня было, пришло 106.1 цент. Там еще какое-то, по-моему, налоговое США каких-то 12 центов высчитало. Не знаю, за что это они высчитали. Вот, так что так вот оно получается. Ну, конечно, кто-то скажет, мизер, это копейки, да, это копейки, ну, но если даже, это с одной стороны, если посмотреть, с другой стороны, если у меня, например, зарплата 200 долларов, даже меньше, чем 200, это не например, а так оно и есть, вот, то для меня это довольно-таки еще и неплохой доход, если так в месяц выйти хотя бы на 50 или даже на 100 долларов в месяц, получать каждый месяц, то это было бы очень прекрасно даже.
даже учитывая мою зарплату, ну такие зарплаты в селе, ну что я сделаю, так вот люди в селе получают деньги, в городе больше, в Киеве еще больше, там равняться даже нечего, а вот у нас в селе вот так вот получается. Так что я думаю, зарабатывать на Ютубе можно. Вот, канал растет, благодаря вам же, опять же, зрители, думаю, рассчитываю, что будет он больше расти, развиваться, больше будет у меня доход, ну, тем более, мне это интереснее даже делать эти видео, такое, как бы сказать, небольшой стимул такой, продолжать это дело, продвигать альтернативные технологии. Ну, кто не первый раз зашел на мой канал, то у меня канал о альтернативных технологиях, вот, доступных для всех, потому что я вот развиваю именно свою альтернативу в таком плане, чтобы она была доступна для всех. Я человек, как я уже сказал, совсем не богатый, зарплата у меня, можно сказать, даже минимальная, ну, или средняя, нет, наверное, даже ниже средней получается. Но, тем не менее, у меня вот, я развиваю свою альтернативу, и она мне очень даже неплохо экономит деньги. О, ну, я сегодня хотел поделиться с вами такой вот вестью, радостной для себя. Вот, короче, платеж прошел без проблем, даже Google потом прислал письмо, проверьте, пришли ли вам деньги. Вот так вот, про людей я думаю даже, вот как-то тогда получилось все хорошо, хорошо получилось. Вот, ну вот так вот получается. Короче, смотрите мои видео, если хотите меня так вот подблагодарить каким-то образом, мне за это что-то будет капать, и вам хорошо будет, и мне хорошо, мне интереснее тогда делать много больше других видео, также про тепловые насосы, там ветряки, все-все-все остальное. Вот, пишите в комментариях тоже, что вы хотели увидеть про мою альтернативу, может я что-то упустил, ну как бы со стороны виднее, чтобы лучше сделать было, о чем и какое видео. Вот, ну вот такая вот у меня сегодня радостная весть, и я думаю, что вы тоже вместе со мной порадуетесь. Все, всем пока, до следующих видео.